покупаем шашлык, 2 штуки, и братворст. Мы купили очень вкусный шашлык, очень вкусные колбаски такие краковские, папе. Мне тоже шашлык. А Герочка ото всех понемногу кушает, да? Очень вкусно покушали. Сейчас мы идем в другой направлении. Там получается наподобие того, как в тот раз мы кабанчика видели, как жарят. Сейчас мы идем в том направлении. Сегодня только первый день, народа очень мало еще. Открытие в 6 часов, только через полчаса, когда будет уже и народу побольше, и кушать всего приготовлено будет много-много, да? А там сзади была такая маленькая женщина сидела, да? И она продавала лампы. И одна лампа стоила 10 евро. Так 10 штук стоило 25 евро. Такого не может быть. А 3 штуки, да. 3. Вот так. Здесь чем больше покупаешь, тем дешевле выходит. Все готовится к выступлению. Будет 5 или 6 сцен у нас. Старинные хлебопечки здесь пекут самосделанный хлеб. Это очень вкусно, это очень здорово. Главное, необычно. Даются различные фонарики, я сюда прям бежала. Помимо фонариков, травы различные продаются, конфеты с травами. В общем, это так здорово. Продавец объясняет, как что употреблять, и даже вот капли есть с левой стороны посередине. Смотрите, в старинном одеянии мужчина. Он показывает, как жили раньше мышки у нас в городе. А вот здесь самое интересное начинается. Здесь кабанов жарят внутри. Вот печки старинные, крутые. Ребята машут. Это круто, ребят. Это такое ощущение, что ты помещаешься в какое-то, переносишься в другое время, где люди по-другому одеты, где все еще так же осталось все по-старому. Халва. Восход и даст. Предлагают нарисовать Элизабет. Ну да. Это печень. Это папа говорит, печень жарится. Но это очень все вкусно, и все в старинных одеяниях, и вообще запах здорово, здорово. А запах здесь, ребят, это вообще... Здесь вторая часть, это за нашей церковью. Здесь шкуры, вот, ну вот так общим взглядом вижу. Кузня, кузнец стоит, дует. Элизабет что-то там увидела интересное. Пахнет здесь все оттуда, очень сумасшедше вкусно. Что мы поели? Да, хорошо, что мы поели, иначе бы сейчас мы бы покой потеряли с нашими детьми. Это как на волка похоже, прям шкуры. Да. У нас сейчас вовсю праздник идет. Вот здесь такой необычный проход. Сверху надписи, как обычно, 1752 год. Снизу подсветка такая крутая. И волшебные двери справа и слева. Красиво. Наша Элизабет покупает себе мороженое и Герочке. Бета купила одно Герочке мороженое, одно себе. Мы сейчас пошли по этому волшебному коридору с подсветкой.
Папа говорит, никогда здесь не был. Я говорю, конечно же, ты был. Ой, вкуснятина, да? А хочешь попробовать? Нет. Идем обратно.